колье Антуанетта по цене 990 рублей. Номер лота 61-848. Вы уже чувствуете эту интригу? Ведь сегодня за 990 рублей вы приобретаете сразу 3 предмета. То есть это действительно самое выгодное предложение. На телеканале Дисконт ТВ распродажи не заканчиваются никогда, но лоты имеют свойство таять буквально на глазах. Это действительно так. Когда мы впервые увидели колье Антуанетта, оно закончилось в первом часе. Его не осталось совсем. Сегодня вы видите, так скажем, такое снисхождение от нашего производителя и поставщика. Мы договорились на очень ограниченную серию. Лимитка абсолютная, востребованная вами, выбор наших покупателей. 3 предмета. Давайте рассматривать. У нас есть красный, синий и зеленый цвет. Это в первую очередь шикарный, массивный, внушительный кулон. Мы его сейчас с вами замерим. Высота кулона по самым выступающим частям почти 5 сантиметров. Можете себе представить, какая шикарная история. Кулон полностью усыпан лентами в виде сердца. А, кстати, завтра день влюбленных, день Святого Валентина. Поэтому в качестве подарка на этот праздник также рассмотрите. Полностью усыпан кристаллами. В середине у нас вот такой вот форме огранки октагран. Использован кристалл ювелирного стекла, в данном случае имитирующий рубин. А во-вторых, мы видим также, друзья мои, что это не просто кулон, это еще и брошь. Брошь с шомпольным замком, вы можете себе представить. Мы сейчас совсем скоро посмотрим на зеленый оттенок, и я вам продемонстрирую, сколько разных образов, сколько разных вариантов существует для того, чтобы носить данное изделие. Потому что брошь, вообще, это самая аристократичная тема. Правда, она сейчас невероятно актуальна. Броши носят абсолютно все представители монарших, так скажем, семей, да? Представители императорских особ. Первые леди. Брошь – это уже, знаете, как символ статусности, символ изобилия, благородства, богатства. Ну и, конечно, брошь приятно носить можно и на блузке, и на платье. Брошь можно приколоть и на верхнюю одежду. Сейчас пока еще зима не отступает. В принципе, украсить свое пальто можно тоже и брошью. Особенно, когда такой неземной красоты брошь появляется на ваших глазах. 36 продано за эти мгновения. Я бы хотела сейчас рассмотреть все-таки вот эту потрясающую композицию. И представьте себе, что за такую драгоценность сегодня цена менее 1000 рублей. Можете себе представить? 990 рублей за 3 предмета. Колье Антуанетта. При этом выгода составляет 1000 рублей. Бог ты мой, я держу сейчас в руках вот эту брошь. Я понимаю, что у меня просто мурашки побежали по спине от этого дизайна великолепного. Смотрите, поскольку эту брошь, мы можем зафиксировать ее таким образом. И похоже на какую-то распустившуюся розу, на такой огромный бутон. Мы можем приколоть вот таким вот образом. И похоже становится на какую-то неизведанную галактику. Ну, естественно, не забывайте, что брошь мы можем пристегнуть вот так. Будет похоже на сердце, смотрится отменно. Можно и на беретку, можно и на сумку, можно и на перчатки. Брошь уместна абсолютно везде. Ну, естественно, хочется показать вам и замочек. Как я уже и говорила, это шомпольный замок. А брошь с французского переводится как «длинная игла». Мы здесь видим замочек, который открывается на 180 градусов. А полностью острие иглы у нас скрыто. Видите, абсолютно ничего не уколет вас и не навредит вашей одежде. Ну и не забывайте, что у нас в комплекте идет цепочка длиной 71 сантиметр. То есть вы можете несколько раз обернуть вокруг запястья и сделать браслет. Вы можете носить брошь на верхней одежде, в это время носить цепочку на свое платье. 990 рублей за 3 предмета. На ваш вкус сегодня представлено 3 цвета. Синий, красный и зеленый. 63 самых выгодных предложений уже разлетелись во все уголки нашей бескрайней страны. Звонок из любого региона России абсолютно бесплатный. Сделать заказ очень легко. Ничего не будет вам это стоить. Оплачивайте вы свой заказ только при получении. Самый лучший подарок. Если вы никогда не делали заказ на Дисконт ТВ, колье Антуанетта рекомендую обязательно. Номер лота 61-848.